Уважаемые коллеги, хочу приветствовать вас здесь. Секретарь организации договора о коллективной безопасности. Хотел бы здесь присутствовать, но учетом того, что вопрос был простой, поэтому Виктор Мурсов будет вести Игорь Николаевич Панавин. Прошу прощения, Игорь Николаевич Панавин. Хочу сказать, что мы придаем очень серьезное значение вот сегодняшней встрече. Мы надеемся, что в результате обсуждения очень для нас важного вопроса, связанного с информационной безопасностью, мы получим ваши рекомендации, рекомендации специалистов, которые в этой сфере работают, которые понимают, по каким правилам сегодня вся эта блогосфера действует, где здесь тонкие места, которые должны вывести нас на проблемы, связанные с безопасностью. Могу сказать, что не было ни одного заседания высших должностных лиц государств, президентов, на которые последние годы не рассматривались вопросы. Несколько лет назад этой теме было посвящено неформальное общение президента Пенсикули в Киргизии. Могу сказать, что несколько дней назад прошла неформальная встреча глав государств в Бишкеке, где присутствовали эти встречи. И один из вопросов, который наиболее серьезно беспокоит наших глав государств, касался того, я понимаю, что сегодня многие вопросы, связанные с понятием безопасности, плавно перетекают в информационную среду. Вот почему мы ждем от вас рекомендаций, ваших заключений, оценок и заранее за это благодарим. Организация договора о коллективной безопасности, аналитическая ассоциация, чтобы сделать максимально публичным наш диалог, который позволит продвинуться в этой сфере. У нас есть программа. Я хотел обратить внимание, что почти все докладчики 5 из 6 прибыли, 6 движется. Поэтому демонстрирует, скажем так, устойчивость и успех. И в этом смысле у меня предложение к нашим докладчикам четко укладываться в срок. Мы до кофе-брейка должны заслушать все основные доклады, а затем уже в дебатах обсудить предложения. Хотел бы также сообщить, что перед началом круглого стола наша аналитическая ассоциация увеличилась, и сейчас в нее вошли две новые структуры. Сегодня это группа компаний Integrum и фонд «Наследие Евразии». Теперь 23 структуры из всех 6 стран ОДКБ. Но я могу сказать, что принято уже решение о вступлении еще тех структур, которые подали заявки. Это Санкт-Петербургский университет информатики, Российская академия наук и центр военно-стратегических исследований трех стран – Армении, Казахстана и России, также ряд других структур крупных.
Все крупные переговоры, Песен поется «Без женщин жить нельзя на свете». Вот сейчас без информационно-коммуникационных технологий жить нельзя. Это уже реальность, которая вошла везде, повсюду, вездесущность их доказана, не оспаривается. Хотя был период, когда кто-то считал, что это промежуточные технологии, и последствий больших политических в них стратегически не видел. Сейчас это доказанный факт. И это мы проехали. Но дальше дела стали развиваться несколько хуже. В каком смысле? Что потребовалось большое время для осознания того, что помимо позитива этих технологий, они одновременно порождают и определенные угрозы и проблемы. И вот когда в международном процессе мы пытались обобщить вот эти угрозы и проблемы, какие их источники, как они влияют, то вот здесь много политического времени было потрачено на перетягивание каната. Слово «перетягивание каната»
методы и видение противодействия угроз, а в общем стараться женить все, что подлежит вот этой вот политической женитьбе, вырабатывать консенсус. И здесь самый разнотык, на мой взгляд, получается. Россия, как и с триадой угроз, исходит из того, что пока не поздно, надо договориться о том, чтобы информационное пространство не было подвержено конфликтам, по крайней мере, связанным с военно-политических им характером. То есть надо предотвращать, надо сделать все, чтобы договориться о правилах ответственного поведения государств на международной арене, чтобы, по крайней мере, по государственной линии не провоцировать друг друга на действия в киберпространстве, которое могло бы в конечном итоге даже привести уже к горячей, не виртуальной войне, а горячей. Хотя мы все прекрасно понимаем случай с Ираном, о котором почему-то на Западе все стесняются говорить в деталях. Но на все наши вопросы, а так что это был за конфликт? Ведь по нанесению ущерба он стал весьма материальным. А по удару, который он был сделан, он как бы виртуальный. Что это? Акт агрессии. Почему международное право не отреагировало на это дело? Почему его не удалось предотвратить? А если Иран сейчас начнет отвечать тем, кто ему покажется, является агрессором против него. А как компенсировать Ирану ущерб? Ну, я, к примеру, взял Иран, потому что на его месте может, строго говоря, в сегодняшнем мире оказаться каждый. А есть другая точка зрения, на мой взгляд, очень опасная и, опять же, стратегически неправильная. Прямо об этом говорю, стратегически обреченные на неуспех. И это точка зрения, что современное право полностью адекватно в сфере использования ИКТ, что оно применимо уже сейчас в его нынешнем виде, и что нужно просто четко прописать, как вот эти конфликты регулировать в контексте международного права. То есть, иными словами, вместо предотвращения конфликтов военно-политического характера в сфере использования ИКТ, нас заставляет больше сосредоточить наши усилия на том, как эти конфликты по существу вести. Как историк, я вспоминаю времена Вьетнамской войны и доктрину Макнамары, гибкого реагирования, когда вот в ядерной сфере тоже витали вот такие вот концепции ведения ограниченной ядерной войны. Наверное, на том этапе, ну специалисты пусть меня поправят, когда у России в начале 60-х годов было, скажем, несколько десятков зарядов, а у Соединенных Штатов их были сотни, ну, наверное, можно было предлагать такое ведение ограниченной войны. Ну, пусть специалисты здесь порассуждают об истоках той концепции. Здесь нечто подобное получается, что мы должны договариваться о ведении конфликтов. Но возникает вопрос, а как вообще эти конфликты удержать? Где есть границы и политические, и материальные, и военные подобного рода конфликтов, которые могут быть спровоцированы и через посредников? И мы все знаем, что у нас и индивидуалы, и криминалы, и террористы, они все могут спровоцировать очень серьезные межгосударственные столкновения. Так вот, чтобы это избежать, Россия вместе с Китаем, вместе с другими странами-членами ШОС выдвинула известные правила ответственного поведения государств в информационном пространстве. Как методологию. Заметьте, мы поступили весьма и осторожно, и дипломатично. Конечно, это никакая не Библия, и, наверное, и не выход из всех ситуаций, но это первый международный документ, который мы вбросили, выдвинули в ООН совместно, и не стали раскалывать мир, провоцируя дискуссию, а мы его выдвинули как документ, пищу для размышления. Документ, который бы как бы вызывал и приглашал всех других внести свои дополнения, изменения, уточнения в эти правила. Наш МИДовский опрос государств
Наши контакты на высоком и самом высоком уровне показали, что подавляющее большинство государств зажглось этой идеей, то есть идея овладела массами. И не случайно, когда в прошлом году принималась резолюция очередная по нашей инициативе ООН по информационной безопасности, вот этот раздел о необходимости разработок норм, принципов, правил ответственного поведения государств, его никто не оспорил. Термины умышленно все, и принципы, и нормы, и правила, это термины-синонимы. Главное выработать вот этот кодекс поведения. Идея не оспаривается. Но, к сожалению, и вот здесь я перехожу к четвертому своему наблюдению, чтобы не затягивать мнение, все-таки сохраняется инерция холодной войны, хотя вот этот киберастероид, кибер-метеорит, он к Земле приближается. И нам нужно не сепаратно предпринимать шаги по спасению, а все-таки в рамках всего международного сообщества. Так вот, инерция, на мой взгляд, проявляется в том, что, опять же, попытки спровоцировать вот это перетягивание каната. Я в данном случае лицо заинтересованное и хотел бы оттенить и субъективный фактор. Мы все являемся профессионалами, каждый в своей области. В нашей дипломатии, как и везде, типун мне на язык за такое сравнение, как и в футболе, и в хоккее, и везде, есть разрушители, а есть создатели. И есть дипломаты, которые специализируются на том, чтобы что-то не допустить, опрокинуть и опровергнуть, а есть дипломаты, которые пытаются все-таки договориться. Так вот, мне кажется сейчас, отнюдь не хочу персонально кого-либо обвинять, это было бы просто непрофессионально и глупо с моей стороны, но в качестве общего призыва, это касается и ШОС, это касается и ООН, и такого трека, как ОБСЕ, практически всех направлений. Важно, чтобы участники переговорного процесса были настроены на то, чтобы договориться по формулировкам, а не пытаться добиться секундных таких дипломатических побед. Потому что времени просто нет. Преступность только увеличивается за эти годы наших дипломатических переговоров. Терроризм все наглее вторгается в эту сферу. А военно-политические конфликты, они просто не называются военно-политическими. Но они идут. И для статистики хотел бы сказать, что когда мы ведем двусторонние переговоры с рядом стран, легко можно догадаться, какие страны я имею в виду, то между ними происходит в течение недели миллион попыток проверить друг друга на уязвимость. Это очень опасная ситуация. Предположим, мы сумеем выявить эту электронную уязвимость у своего потенциального противника. Как удержаться от соблазна уже не перевести вот эти вот попытки на проверку уязвимости в настоящие удары? Ведь из мировой печати средств массовой информации известно, что перед тем, как и по Ирану ударили уже далеко не виртуально, ведь 2 года его проверяли на вот эту уязвимость. Так вот, мы, Россия и наши партнеры, партнеры прежде всего по ОДКБ, по ШОС, по БРИКС, эта тема овладела и уровнем стран БРИКС, мы исходим из того, что надо все это предотвратить, надо договориться до того, а после того это уже сложно. Поэтому и мой призыв заключается в том, чтобы все-таки за столом переговоров по этому срочному приоритетному делу, в общем, собирались не те, кто перетягивает канат, а те, которые способны договориться по формулировкам. Иначе получается ситуация, опять же, умышленно не называю эти форумы, когда нам начинают говорить только про свободу доступа, про гуманитарные права, про необходимость обеспечения прав человека при использовании ИКТ. Но с этим же никто не спорит. Никто. И больше того, я вам скажу, как интернет-шерпа президента, на восьмерке в ходе экспертных совещаний именно российский представитель во все коммюнике включает вот эти вот куски, посвященные гуманитарным правам.
Ну, вопрос в том, чтобы подавать это все в сбалансированном виде. Поэтому, если мы будем друг другу доказывать, чье законодательство лучше или хуже, метеорит нас ударит. Метеорит в виде преступности, метеорит в виде терроризма, кибертерроризма и метеорит в виде военно-политических конфликтов нас ударит. А нужно в балансе обеспечить, чтобы использование ИКТ основывалось на базовых принципах, связанных и с гуманитарными правами человека, и со свободой доступа, но чтобы одновременно не было использовано ИКТ для вмешательства во внутренние дела, и для того, чтобы были меры доверия разработаны, а они разрабатываются в рамках ОБСЕ, сейчас очень активно и достигнут определенный прогресс в ходе последнего заседания, и чтобы страны имели отработанные механизмы реализовывать эти меры доверия для поддержания международной и двусторонней стабильности. Поэтому вот эти наблюдения показывают о том, что страх есть, а многие понимания есть, но инерционная попытка добиться тактических преимуществ затягивает решение стратегической задачи. И когда нас начинают опять же обвинять, не цитируя наши тексты, тексты наших предложений, что оказывается Россия выступает за ужесточение государственного контроля над интернетом. Ну покажите мне, где это написано. А ведь трактовать можно как хочешь и все, что хочешь. И в этой связи, мне кажется, важнее не домысливать что-то, но этого тоже не избежать, это естественно, я понимаю, профессионально. Но не делать на этом акцент, не пытаться оболгать чужие предложения. Проще договориться, уточнив формулировки, усилив их значение, как бы прописать определенные гарантии. Вот на этой оптимистической ноте я хотел бы, уложившись, надеюсь, в регламент, высказать и свои радости и озабоченности по поводу политического процесса. И закончить все-таки оптимистично, что поскольку в этой сфере задействованы интересы не только политиков, они скорее функционеры, а задействованы интересы бизнеса, это триллионы. И бизнес, как никто, заинтересован, чтобы его деловая активность развивалась в условиях гарантий не нападения и не нарушения его целей. И все мы индивидуально, субъективно заинтересованы, чтобы наша жизнь качественно, технологически развивалась, не превращалась в технологический застой. Мы не можем запретить использование компьютеров, интернет и всего остального. Поэтому мне кажется, что все-таки вот этот здравый смысл и реализм, он подтолкнет нас к достижению конкретных результатов. Важным этапом будет буквально вот через несколько дней. Я выезжаю как российский эксперт на заседание, на заключительное заседание группы правительственных экспертов ООН в Нью-Йорке. Это третье заседание, которое проходит под председательством Австралии, австралийского эксперта. Она внесла как посол и как эксперт большой вклад. И с помощью других 14 экспертов разработана так называемая четвертая версия доклада генсекретаря. Это я немножко забегаю вперед. На мой взгляд, версия достаточно конструктивная и интересная, которая снимает многие из тех озабоченностей, про которые я говорил. Но важно теперь договориться, чтобы из виртуального проекта этот доклад материализовался в подлинный доклад материальный генерального секретаря по этой тематике. Думаю, что это откроет много направлений для международного сообщества, для конкретного сотрудничества на этом поприще. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Мы знаем, что вам нужно на следующее уже совещание. Вы не сможете принять участие в дискуссии, но мне кажется, что я вас назвал все-таки одним из главных экспертов во внешнеполитической сфере. Андрей Владимирович уже более 15 лет, действительно, с 98 года защищает интересы. Я надеюсь, что и в будущем Россия должна быть спокойна, когда у нее есть такие
достойные, компетентные представители на международной арене. А сейчас следующее выступление генерального директора группы «Интегру» Кузнецова Константина Валерьевича на тему об анализе информационных потоков в социальных сетях. Собственно, группа «Интегрум», она сегодня вошла в состав аналитической ассоциации, и я надеюсь, что наша совместная работа будет крайне полезной и для группы, и для ОДКБ, и для России, как главного участника нашей организации, конечно, полезной и эффективной. Пожалуйста, Константин Валерьевич. Коллеги, да, мы только что обсудили ассоциацию, поэтому вкратце хотел сказать, что мы занимаемся мониторингом информационного пространства, наверное, СНГ в большей степени, а через мировые, естественно, страны, для того, чтобы попадали сюда в нашем определении исторически, 18 лет. И, естественно, сейчас эта компания развивалась просто на электронных, да, сбора анализа, сейчас мы перешли к теме, которая на наш взгляд стала наиболее актуальной. А именно соцсети. Если как бы страны, входящие в ЕГЭ, наше образование является военной организацией, я думаю, никто не скрывает, что соцсети активно были использованы, называемые арабские весны. И поэтому, на наш взгляд, как известно, надо в дальнейшем использовать знания предотвращения подобных угроз будущего. Главные изменения численности, которые происходят от года в год. Зеленым выделены соцсети, которые, скажем так, не являются ни российскими, и к странам АДКБ не относятся. Это Facebook и Google+. Как правило, эти сети находятся на, скажем так, площадке потенциального противника, и количество людей, которые ходят, не становится больше. Можно посмотреть второй слайд, где Twitter, средство оперативного обмена информации, стал фактически монополистом. И реально просто мы видим, исследуя вот с точки зрения нашего опыта, ситуацию, когда социальные сети являются активными проводниками каких-то идей. Я могу приводить разные примеры, например, ну там из открытых вещей, что мы делали, например, по суициду просто. Насколько в соцсетях это появляется, как продвигается и что для этого делается. И фактически мы имеем дело отчасти с людьми, отчасти с роботами, но влияние, обратная связь, которая возникает, на наш взгляд, весьма опасна и существенна. Как мы понимаем, если еще сеть там, ВКонтакте, она, допустим, популярна, вторая, наверное, в России и первая, например, в Беларуси, то при решении каких-то вопросов, по крайней мере, взаимодействия информационного или какого-то обмена с компанией можно осуществлять, поскольку компания хотя бы находится в рамках там, нашего правового поля. Что касается вот, перечисленных Фейсбуков и Гуглов, то, как правило, такой связи нет. Поэтому, в принципе, я хотел бы обратить внимание в первую очередь всех собравшихся, что мы считаем, что наше участие должно заключаться в том, чтобы на потребу всех членов АДКБ, его представителей, мы могли каким-то образом влиять на информирование того, что происходит в сети. Ну, приведу какой-то пример, может, не совсем интересный, остро социальный в России. А вот сейчас прошли первые там части нашего ЕГЭ по русскому языку, и это очень активно использовалось в России. Обсуждалось, ответы и прочее. Интересно, например, если взять статистику по регионам, которая взята, где наибольше были востребованы эти ответы. Если, я думаю, через какое-то время проведем исследование и сравним данные тех баллов, которые были набраны в различных регионах, то, в принципе, реальные выводы можно будет видеть просто налицо. Где какие средства используются и что в результате мы получаем.
Ну, наверное, нас не буду просто больше занимать времени, потому как основной наш посыл заключается в том, что существующие технологии, какие есть, они позволяют, в общем-то, не только делать информационные какие-то учеты, но и активно влиять на происходящие, в общем, процессы в мире, каким-то образом социальные группы можно к чему-то сподвигать, направлять, и в принципе это тоже то, что я считаю, надо использовать АДКБ в общем в современной работе. Спасибо. Спасибо, Константин Валерьевич. Следующее у нас выступление заместителя начальника управления БСТМ МВД России Шмелева Ильи Юрьевича на тему особенности расследования преступлений в цифровом пространстве Рунета. Пожалуйста, Ильич. Спасибо, Илья Николаевич. Мой доклад посвящен действительно особенностям расследования преступлений в цифровом пространстве, с которыми нам приходится каждый день сталкиваться в ходе своей работы. Не буду сейчас перечислять цифры аудитории интернета. Действительно, десятки миллионов. Количество сообщений, передаваемых посредством сети разных приложений, это уже сотни миллиардов. Все знают, что сейчас телекоммуникационные компании озадачиваются тем, что и такие сообщения, как раньше СМС, сейчас теряют актуальность, и все больше и больше набирают разные приложения, такие как WhatsApp, Viber, iMessage, которые позволяют пользователю быстро, дешево передавать сообщения, фотографии, мультимедийный контент, вне зависимости от времени суток. Все это быстро, аудитория огромная, глобальная вовлеченность, сверхдинамичные информационные потоки. Но вот это развитие, внедрение в повседневную жизнь информационных технологий, конечно, вовлекает в этот процесс не только большее количество людей большое, но и дает реальную возможность действовать преступникам анонимно в этой цифровой среде. Это реально такой большой им ценный подарок. Операторы связи, которые наращивают темпы внедрения информационных технологий, невольно вооружают такими технологиями и преступников. Поэтому, с одной стороны, наблюдается достаточно быстрое развитие новых форм преступной деятельности в сфере информационных технологий, а с другой наблюдается активное воздействие информационных технологий на так называемые традиционные составы преступления. Так, мошенничество, кражи, угон автомобилей могут и осуществляются с применением мобильных телефонов, компьютерной техники, сети интернет, специальных систем и устройств. С самого начала зарождения публичного интернета характерной его чертой стала анонимность, это тоже всем известно. Дурманящее чувство вседозволенности побуждает отдельную публику вести себя совсем не так, как в реальном мире, где кроме рамок морали и приличия есть четкие требования государства в лице правоохранительных органов. Порядочные пользователи, они раньше никогда не прятались, и незачем просто. А злоумышленник раньше и сегодня, и завтра будет прятаться, ибо не хочет отвечать за свои злодеяния. Злоумышленники, которые понимают, что их деятельность носит явно преступный характер, выбирают такой способ для общения друг с другом, который гарантированно обезопасит их от контроля со стороны государства. Из года в год в России наблюдается рост числа пострадавших от преступлений в сфере так называемого цифрового пространства. Растут убытки, нарастает недовольство граждан, сталкивающихся с негативным контентом в сети. Это устойчивая тенденция, причем очевидно, что рост обращений серьезно отстает от реального роста количества преступлений. Как я сказал, причина активного входа преступности в виртуальный мир, они очевидны. Это и большое количество людей, это и анонимность, это и слабое законодательное регулирование отдельных аспектов, в том числе и международной составляющей. Конечно же, само собой, это и трансграничность, когда человек не привязан фактически к территории, к законам, которые действуют на этой юрисдикции. Киберпреступник работает в глобальной среде, не имеющей государственных границ. Информация, информационные ресурсы и технологии стали сегодня выступать и предметом, и целью преступных посягательств, средой, в которой совершаются противоправные деяния, а также средством и орудием преступления. Отсюда огромное разнообразие высокотехнологичной преступности, которая быстро развилась, став одной из серьезных угроз человечеству. Какие основные направления злонамеренного использования интернета беспокоят сегодня общество и правоохранительные органы? Первое – это хищение персональных данных. Второе – это всевозможные виды мошенничества. Третье – это распространение негативного контента. Конечно, можно по-другому расставить приоритеты и выстроить другую иерархию угроз. Тогда на первое место станут информационные войны, кибертерроризм, киберэкстремизм.
Так сложилось, что российские пользователи сети интернет активно используют блоги и сервисы американских транснациональных компаний. Нужно признать, что это общемировая тенденция, которую отмечают сегодня наши коллеги. Но нерешенность вопросов взаимодействия российских правоохранительных органов с такими корпорациями, как Google, Twitter, YouTube, Facebook, значительно усложняет процесс расследования. А вот тут необходимо отметить, что о таких проблемах взаимоотношений правоохранительных органов и американских корпораций мы также слышим как от некоторых наших европейских коллег, так и азиатских партнеров. Всем очевидно, наиболее полную информацию о своих пользователях может предоставить только сервис, который этих пользователей объединяет и оцифровывает в своих сетях. К тому же официальный документ с подписью и печатью всегда является доказательством, которое может быть использовано и приобщено к материалам уголовного дела. И вот тут начинают работать двойные стандарты, или как это представляется для интернет-аудитории, осмысленная маркетинговая стратегия компании, которая заявляет о том, что крупный транснациональный интернет-гигант стоит на стороне интересов пользователей, что бы это ни стоило ему с точки зрения государственных рисков. По разъяснениям российского представительства Google, российский филиал отвечает только за продвижение рекламы и получение прибыли, но не имеет доступа к технической информации о своих пользователях. Вся информация собирается и накапливается в штаб-квартире за океаном. В случае, если полицейским необходимо запросить у американской компании данные о преступнике, российским полицейским, который создал интернет-блог для распространения запрещенных материалов или совершения другого преступления, компания требует от полицейских максимально подробно изложить природу надвигающейся угрозы и почему в полиции решили, что им для расследования необходимы данные об IP-адресе и регистрационная информация. При всем при этом не надо забывать, что большая часть информации о расследовании составляет сведения, охраняемые российским законодательством, как относящиеся к тайне следствия и оперативно-розыскной деятельности. И еще, во всех случаях заокеанская IT-компания оставляет за собой право решения, отвечать на такой запрос или нет. Приведу конкретный пример. Ежегодно корпорация Google публикует статистику полученных запросов из правоохранительных органов разных стран, не забывая указать, какое количество ответов представила компания. В 2012 году от российских правоохранительных органов компания Google направлено 155 запросов о предоставлении информации о 181 пользователе сервиса, только 1% из которых был удовлетворен полностью или частично. Это по данным компании. Проанализировав общую статистику, публикуемую компанией за 2012 год, можно сказать, что российские правоохранительные органы в тройке лидеров, которым компания не посчитала нужным отвечать. В аналогичном положении находятся полицейские Венгрии и Турции. Им компания ни разу не ответила. Я не буду приводить цифры других стран. Ну, в целом, вот такое лидерство России, Венгрии и Турции отмечается в среде компании Google. Не хотелось бы погружаться в тонкости американского законодательства, ведь компания Google Россия работает и получает прибыль на основе российского права, и бизнес-модель продвижения своей рекламы и сервисов в России функционирует и позволяет ее заокеанским акционерам получать прибыль. Значит, бизнес-модель в России найти возможно, а вот выполнять необходимые государственные требования в части обеспечения безопасности своих граждан не обязательно. Получается, что всегда можно воспользоваться удобной отговоркой, ссылаясь на то, что сервера не у нас, а где-то в американском или европейском облаке. Интересно, другой пример, другой комментарий уже со стороны нашего соотечественника. Главный редактор интернет-издания «Частный корреспондент» Иван Засурский в интервью интернет-подкасту «Рунет сегодня» в августе 2011 года с большим удовольствием рассказывает о своем опыте общения с правоохранительными органами во время своей работы директором по маркетингу компании «СУП». Эта компания являлась фактическим владельцем популярного сервиса онлайн-дневников LiveJournal. Вот цитата, дословная цитата из его выступления. LiveJournal работает в зоне ком, соответственно, к ним вообще неприменимы всевозможные русские рогатки. Когда я был в LiveJournal в СУПе, я помню, с каким удовольствием я какому-то чекисту из Благовещенска диктовал факс в Калифорнии, чтобы он отправил туда свой запрос. Интересно, как бы этот журналист вел себя, когда от своевременного получения информации зависела бы жизнь и здоровье его близких. На сегодняшний день наблюдается ситуация, при которой административные и технические блоки одной интернет-компании находятся в разных государствах. Таким образом, скорость ответа на полицейский запрос, как и сам факт наличия такого ответа, полностью зависит от доброй воли руководства компании.
Конечно, для регулирования отношений такого рода существуют институты международного права, но в контексте рассматриваемой ситуации не существует сейчас универсального международного соглашения, приемлемого государствами-членами ООН. Из этого следует, что свойство трансграничности позволяет сегодня преступникам-анонимам из разных уголков планеты оставаться скрытыми. Трансграничность предполагает возможность для преступника действовать в масштабах глобальной сети без каких-либо ограничений, в то же время, как любой киберполицейский, обязан действовать исключительно в зоне своей юрисдикции. При этом надо понимать, что информационные технологии и современные телекоммуникации пришли уже давно в те страны, где еще нет киберполицейских и соответствующего законодательства. Кстати, это серьезная проблема. Полноценная точка доступа в интернет на необитаемом острове – это плацдарм для нападения на остальное человечество. Пример для подтверждения этой мысли. По мере развития линейка в России мы видим, что наши преступники переводят свои хостинги в другие государства, часто соседние, где еще не созданы полноценные системы противоборства киберпреступности. Именно поэтому Министерство внутренних дел Российской Федерации в рамках своей компетенции осуществляется комплекс мероприятий по развитию и укреплению сотрудничества в области борьбы с преступностью в сфере информационных технологий. Работа проводится как в рамках международных организаций Интерпола, полицейской организации ШОС, ДКБ, Восьмерки, ООН, так и на двухсторонней основе. Активно используются возможности Интерпола как глобальной полицейской организации, обладающей необходимыми базами данных и каналами связи для обмена оперативной информацией между правоохранительными органами различных стран. Многочисленные международные мероприятия, проходящие под флагом этой организации, используются для активного обмена положительным опытом и совершенствования борьбы с киберпреступностью. Спасибо. Значит, у нас прибыл один из докладчиков, Владимир Мамонтов, но мы дадим ему адаптироваться, немножко к нашей среде уже. Приношу извинения, при том, что мы не ставим за опоздание. Ну, жизнь. А сейчас слово предоставляется ученому консультанту управления ИИ Национального антитеррористического комитета России Бучкову Андрею Владимировичу. Тема формирования комплексного подхода к противодействию использования сети интернет в террористических целях. Приготовится Кузнецова, затем Владимир Константинович Мамонтов уже завершит перед госбрейком нашу первую часть. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Как раз я буду вот в свете тех подходов, которые сформулированы уважаемым Андреем Владимировичем Крутских, говорить об одном из элементов, обозначенной им триаде, то есть противодействие именно террористическому использованию сети интернет. И здесь прежде всего хотелось бы подчеркнуть важность и своевременность рекомендаций, выработанных по результатам предыдущего заседания аналитической ассоциации ДКБ, которая состоялась в конце апреля, как раз по теме информации и терроризм. То есть, в принципе, все рекомендации актуальны. Вот особенно хотелось бы как раз подчеркнуть необходимость направить усилия на выработку международно-правовых механизмов защиты информационного пространства ОДКБ от распространения идеологии терроризма и оперативное блокирование использования благосферы в террористических целях. И я постараюсь в своем выступлении осветить подходы Национального антитеррористического комитета российского к выработке системы противодействия террористической угрозе в сети интернет. То есть, как известно, в настоящее время все террористические организации уделяют пристальное внимание ведению информационно-пропагандистской работы в сети интернет. То есть, ну, с одной стороны, с целью вовлечения в свои ряды новых членов, с другой стороны, в целях создания благоприятного информационного фона для своих действий. Вот. Достаточно сказать, что вот по нашим оценкам, по нашей информации, практически подавляющее большинство задержанных членов незаконных вооруженных формирований, действующих в настоящее время в России, они все признались, что информация, размещенная в интернет-пространстве, послужила для них побудительным, так сказать, толчком к принятию решения о вступлении в ряды террористических организаций. И, соответственно, следуя общей тенденции, в протеррористическом информационном пространстве стремительно повышается роль блогов. При этом большая часть размещенной информации умело маскируется религиозной или националистической терминологией,
хотя и радикальный, но не содержащий значит, явных признаков экстремизма или терроризма. Вот, то есть авторы блога оперируют к собственным знаниям, которые подтверждают с помощью комментариев других лиц, а его единомышленники формируют сообщество, распространяющее шаблоны стереотипного мышления по типу «это следует делать так», и к этому вот отношение должно быть такое. То есть фактически появилась новая технология, которую можно назвать интерактивной блогопропагандой. Вот, то есть фактически суть заключается в использовании авторитетных якобы мнений экспертов с целью распространения радикальных и иных идей. Вот. Ну, в общем-то, имеющиеся данные, так, для полноты картины, потому что доклад у меня именно посвящен в целом использованию интернета в террористических целях, не только в целях пропаганды. То есть для полноты картины обозначу и иные формы использования сети интернета в террористических целях. То есть это организация управления связи информационного обмена, в том числе в ходе непосредственно подготовки к совершению преступлений террористической направленности, финансирование террористической деятельности через систему электронных переводов, обучение исполнителей терактов методам и средствам их совершения. И, что немаловажно, получение информации о деятельности правоохранительных органов и объектах террористических устремлений, а также о последствиях своих акций с целью оценки масштабов, резонанса, как говорится, своих акций. И здесь хотелось бы еще раз вернуться к тезису, который прозвучал в докладе Андрея Владимировича Крутских, что действительно в настоящее время общее понимание на глобальном международном уровне, понимание, значит, каким же должна быть международная нормативно-правовая база вообще с точки зрения информационной безопасности и, в частности, в сфере противодействия терроризму, она только формируется. То есть единого пока подхода нету, вот, но, опять же, на уровне межведомственного взаимодействия, то есть если говорить о вот непосредственно, скажем, правоохранительном сообществе, то здесь ситуация более благоприятная. То есть, в общем-то, те проблемы, с которыми мы сталкиваемся у себя, они находят, в общем-то, отклик у наших коллег за рубежом. Вот. И здесь я хотел бы теперь вернуться к выступлению предыдущего докладчика. Вот Шмелев Илья Юрьевич упомянул о тех проблемах, которые возникают при ведении, значит, правоохранительной работы в сети интернет, когда у нас фактически источники получения значимой информации находятся за рубежом, и от них зависит принятие решения, давать нам эту информацию или не давать. То есть здесь пока получается, скажем так, подход, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть и здесь, конечно, вот насущная встает фактически вот в полный рост необходимость именно выработки скоординированных и системных мер вот, в сочетании контрпропагандистских, оперативно-розыскных и административно-профилактических мер. Вот, потому что на сегодняшний день вот с точки зрения практики противодействия использования сети интернет в террористических целях, значит, основная задача состоит в том, чтобы на основе непрерывного выявления и первичной оценки материалов в максимально короткие сроки принять именно те меры реагирования, которые наиболее целесообразны с учетом вида ресурсов, то есть сайт, это страница в социальной сети, комментарий в блоге и так далее. Значит, его территориальности, то есть государственной, региональной принадлежности, как компании регистраторов доменных имен, провайдеров хостинга и физического места расположения этих вычислительных мощностей, а также перспектив уголовного или административного преследования. Ну так, например, вот меры по прекращению функционирования противоправных ресурсов должны исключить вероятность удаления материалов, используемых в качестве доказательственной базы в рамках предварительного расследования или оперативно-розыскной деятельности до их документального закрепления. В то же время динамичное изменение информационного содержания, например, форумов, блогов, невозможность квалификации размещенных материалов как экстремистских выдвигает на первый план при работе в блогосфере как раз именно контрпропагандистские меры.
Вот. И ну, отдельным пока проблемным вопросом и остается своевременность доведения до уполномоченных органов сведений о появлении в сети интернет противоправной информации. Здесь вот большую помощь в данной работе могут оказать и оказывают общественные организации и граждане, активно содействующие борьбе с интернет-преступностью, в частности, вот Лига безопасного интернета. Вот. Если говорить о роли Национального антитеррористического комитета в этой работе, то вот на современном этапе, естественно, противодействие использованию сети интернет в террористических целях относится к числу приоритетов в деятельности Национального антитеррористического комитета Российской Федерации. У нас сформирована экспертно-консультативная группа по выработке аналитических мер в данной сфере. В своей работе группа основывается на глубоком анализе российского зарубежного опыта, задействует широкий круг специалистов в области юриспруденции, обеспечения безопасности, информационных технологий, финансово-экономической деятельности. И, в общем-то, можно констатировать, что в значительной мере деятельность группы способствует консолидации экспертного сообщества российского, как в ее правоохранительной части, так и в части государственно ориентированных общественных организаций в сфере противодействия использования сети интернет в террористических целях. И в качестве выводов, надеюсь, что они могли бы в той или иной форме войти в те рекомендации, которые будут сегодня выработаны по результатам нашего обсуждения. Значит, основными направлениями повышения эффективности противодействия именно с позиции ОДКБ, на наш взгляд, является совершенствование правовой основы использования сети интернет, значит, активизация информационного обмена между правоохранительными органами государств-партнеров, формирование единого порядка реагирования на размещение противоправной информации, значит, предусматривающего сочетание контрпропагандистских, оперативно-розыскных и административно-профилактических мер, и укрепление взаимодействия государственных органов с интернет-компаниями и общественными организациями, участвующими в борьбе с правонарушениями в сети интернет. Ну и в заключение, еще раз хотел бы отметить важное значение аналитической ассоциации ОДКБ как площадки для выработки решений и рекомендаций в сфере обеспечения безопасности в информационном пространстве. Важным фактором успешности этой деятельности является готовность всех партнеров к обмену мнениями, к поиску взаимоприемлемых решений с учетом объективно существующих различий в оценках тех или иных явлений в мире. Такой подход, полагаем, будет способствовать распространению положительного опыта, эффективных форм и методов информационной деятельности в киберпространстве. Спасибо за внимание. Спасибо. Как раз вот обратите внимание, что у каждого из вас есть папки, собственно, проект рекомендаций. То, что сейчас Леонид зачитал от имени НАКО, частично есть, но просьба посмотреть внимательно, потому что вот на предыдущем круглом столе информация терроризм, приняв за основу, многие внесли, скажем так, коррективы, и затем мы разослали это и во все страны, и в правительственные структуры Российской Федерации. Я надеюсь, что сегодня вот эти две странички внимательно посмотреть, чтобы мы после кофе-брейка их, может быть, и обсудили, что-то добавили, как некая основа, а то, что предлагает Андрей Владимирович, оно вписывается, а частично можно, скажем так, скорректировать. Спасибо за позитивную оценку деятельности ассоциации. У нас это уже пятое, кстати, мероприятие вот за небольшой период создания. Произошло, я напомню, 11 марта 2013 года. Ну, а сейчас я напомню, что Андрей Владимирович упомянул новую структуру, как один из элементов вот, наведения порядка уже силами общества. У нас второй Кузнецов сегодня, это Антон Владимирович. Это центр, руководитель Центра противодействия опасному контенту и безопасного интернета. Его выступление называется так: «Комплекс мер по противодействию распространению противоправного контента в сети интернет». Пожалуйста. Спасибо большое. Ну, в целях экономии времени, наверное, доклад я оставлю целиком, поэтому остановлюсь только на коротких тезисах, о которых хотел бы донести, и сформулирую, может быть, даже предложение по итогам своего короткого доклада. Значит, здесь уже говорилось неоднократно о проблемах, которые связаны с невозможностью установления виновных лиц в сети интернет, о проблемах и вызовах, которые у нас обуславливает
негативной информации, тот поток ее, который обращен непосредственно на пользователей, в частности на русскоязычных пользователей сети интернет. И в этой связи Лига безопасного интернета, хоть и достаточно молодая организация, но истоки свои она берет уже из других организаций, вошедших в ее состав, соответственно, на теме противодействия распространению противоправного контента именно путем механизма общественно-государственного сотрудничества, мы работаем уже более 5 лет. И за это время применялись различные нами формы сотрудничества и различные механизмы противодействия. Вот на сегодняшний день мы пришли к существующей модели, которую я хотел бы и предложить для вашего внимания, заведомо акцентируя внимание на том, что эта модель будет действовать еще более эффективно, если она будет расширяться не только в рамках одного конкретного государства, поскольку вы понимаете, что интернет – это экстерриториальное образование, но и постепенно в нее, возможно, будут вливаться и другие общественные объединения, также на базе общественно-государственного партнерства других стран, тем самым зона безопасности сети, если переходить на терминологию организации договора коллективной безопасности, зона коллективной безопасности информационного пространства будет расширяться, что будет сказываться исключительно позитивно на конкретных пользователях, то есть на гражданах наших с вами стран. И если уж, как уже говорилось, сложно установить злодея или же, может быть, даже группу преступную, то в первую очередь необходимо хотя бы сосредоточить внимание на минимизации последствий, негативных последствий или деструктивных последствий, оказываемых вот этой вот противоправной или опасной информацией на наших с вами граждан, являющихся пользователями сети. А для этого в первую очередь наиболее важным является фактор времени. То есть с момента обнаружения этой информации и до момента ее блокирования должно пройти как можно меньше период времени для того, чтобы, как я уже сказал, это воздействие минимизировать, поскольку вы знаете, что информация в интернете распространяется почти молниеносно. В этом смысле важна роль именно общественных организаций и именно роль конечных пользователей, то есть общественных объединений, которые объединяют в своих рядах наиболее прогрессивных граждан с активной гражданской позицией, которые являются, по сути, добровольными помощниками, способными выявить и своевременно проинформировать общественную организацию, в частности, либо контролирующий орган государственный, о той проблеме, которую обнаружили в сети. Соответственно, после этого ей дается оценка и принимаются меры. Так вот, если раньше Лига безопасного интернета как бы руководствовалась позициями саморегулирования, то за 5 лет работы наших горячих линий по приему обращений граждан о негативном и противоправном контенте, мы пришли к выводу, что механизмы саморегулирования, к сожалению, пробуксовывают. Одних этих механизмов недостаточно. В двух словах, почему? Хотя бы по той простой причине, что компании, которые не участвуют в социальной ответственности, то есть самостоятельно не удаляют эту информацию, получают конкурентные преимущества перед компаниями, которые социальной ответственностью озабочены, и таким образом сами компании ответственные, они просят о необходимости единых правил поведения, то есть единых правовых норм. Соответственно, такими правовыми нормами могут быть в Российской Федерации только федеральное законодательство. И в прошлом году по нашей инициативе был как раз принят федеральный закон 139 ФЗ, который вносил изменения в ряд федеральных законодательств, регулирующих правоотношения в сети интернет. В частности, в двух словах о том, что дает этот закон.
для российских пользователей. Помимо того, что были законодательно закреплены ряд новелл, в частности, дано законодательное определение понятию сайт сети интернет, доменное имя, сетевой адрес, провайдер хостинга. В статью 15 прим закона о защите информации, информации в информационных технологиях было введено такое понятие, как единый реестр сайтов запрещенной информации, запрещенных распространения на территории Российской Федерации. В настоящее время таких видов информации три. Это информация о порнографических изображениях несовершеннолетних, о пропаганде наркотиков и о пропаганде суицида, в том числе суицидальных террористических актов. Они, не забывайте, также относятся к пропаганде суицида, то есть тех самых террористов-смертников. Значит, по этим видам информации уполномоченный орган выносит решение по блокированию данной информации во внесудебном порядке. То есть фактически закон предполагает уведомление провайдера хостинга и владельца непосредственно ресурса либо самой информации в течение 3 суток принять самостоятельное решение об удалении подобной информации. Если этого не происходит, то уполномоченный орган передает информацию непосредственно уже интернет-провайдерам, включая магистральных провайдеров, и таким образом информационный ресурс для пользователей России становится недоступен. Сразу оговорюсь, задачи искоренить противоправный или опасный контент из интернета полностью этот закон не ставил. Так же, как создавая правоохранительные органы, государству не ставится задача полностью искоренить преступность. Это утопия, это безусловно невозможно. Он направлен именно на минимизацию деструктивного воздействия. То есть человек, который хочет найти информацию и нацелен на нахождение противозаконной или опасной информации, он ее найдет. Но этот закон, он ограждает массовых пользователей и людей, которые только делают первые шаги в интернете, от того, чтобы на них вывалился вот этот весь поток негатива, который постепенно мог бы внедряться в их сознание, добиваясь заранее запрограммированных целей, если так можно выразиться. Значит, итоги работы этого ресурса, механизм, опять же, тоже простой. Пользователи, которые обнаруживают в сети интернет с его точки зрения противоправную информацию, относящуюся к одному из этих 3 видов, либо другую противоправную информацию, которая удаляется уже исключительно по решению суда, обращается на сайт запретинфо.gov.ru, после чего уполномоченный орган выносит соответствующее решение. Как я уже сказал, в течение 3 суток информация блокируется. Не буду, опять же, останавливаться на статистике, но вот за время работы этого закона, соответственно, этого ресурса, уже было получено, по данным, опять же, Роскомнадзора, свыше 47 тысяч сообщений об опасном контенте. И лишь 257 ресурсов, опять же, обращаю внимание, были удалены, что называется, принудительно. То есть тем самым операторами, то есть интернет-провайдерами. Все остальные, вся остальная информация, которая была расценена как противозаконная, была удалена самостоятельно самими хостерами или же владельцами информации. Значит, что касается наших горячих линий и механизма вот именно общественно-государственного партнерства, у нас параллельно также существуют и эти 3 горячие линии, поскольку механизмы саморегулирования мы не отрицаем. Данный закон лишь дает нам дополнительные гарантии, что в случае непринятия решения организаторами информационного обмена существует уже регулирование правовое, когда эта информация в любом случае все равно будет так или иначе удалена. При этом
В случае саморегулирования этот процесс ускоряется практически до суток. И здесь еще важен еще один момент. То, что мы обеспечиваем именно комплексный подход от момента выявления информации и заканчивая уже непосредственно принятием решений. Он проходит несколько стадий. Каждая из них образует самостоятельную подсистему. Подробно, опять же, останавливаться, наверное, времени на этом нет. Могу лишь выделить основные блоки. Значит, первое. Поиск информации. В первую очередь, безусловно, как я уже сказал, мы опираемся на наших добропорядочных законопослушных граждан с активной гражданской позицией, но не только на них. У нас существует так называемый проект кибердружины, куда любой человек, проявивший вот это вот качество, может записаться. Существует специальная соцсеть, созданная нами для кибердружинников. Они обмениваются информацией, обучаются, получают специализированные там методические рекомендации и обмениваются положительным опытом. Таким образом формируется определенная контрсеть, если так можно выразиться, которая направлена не на деструктивное, а именно на конструктивное воздействие и может обеспечивать не негативный, а позитивный поток информации в сети. Значит, второй момент – обработка информации. Это происходит в автоматизированном режиме. После этого идет обмен информацией с установленными российскими в основном или зарубежными провайдерами хостинга. В случае, если это не российский провайдер хостинга, существует у нас международная организация, к сожалению, одна единственная. И на ней я чуть-чуть подробнее остановлюсь, потому что считаю это важным. Организация, это называется InHope, может быть, вы про нее слышали. В нее входит 37 стран мира. Они занимаются противодействием распространения детской порнографии в сети интернет. К сожалению, назвать модель, предложенную InHope, идеальной, достаточно сложно. Мы являемся членом этой организации, безусловно. Информационный обмен у нас очень активный. По активности наша сеть является третьей в мире. Тем не менее, в силу своей недостаточной прозрачности и не сильной демократичности в плане контролирующих органов этой организации, и более того, самое печальное то, что эта организация является сугубо узконаправленной только на детскую порнографию, и никаких дополнительных видов контента, борьбы с контентом она не предполагает, то, как я уже сказал, эта модель может быть взята за основу, но тем не менее не является идеальной. Но эффективность свою она уже доказала, потому что, как правило, общественные организации, несмотря ни на что, договариваются и между собой на межгосударственном уровне, и даже со своими собственными провайдерами на внутригосударственном уровне быстрее, чем это удается сделать правоохранительным органам, в том числе правоохранительным органам при информационном обмене с провайдерами зарубежных стран, как уже Илья рассказал. Таким образом, модель, которая сейчас существует в Лиге безопасного интернета, переходя к четвертому пункту системы построения механизма противодействия распространению противоправному контенту, значит, важную роль играет именно взаимодействие с правоохранительными органами внутри страны, потому что крайне важно согласовывать или координировать эти действия, поскольку зачастую информация носит именно противозаконный характер, и деяния эти связаны с уголовно наказуемыми деяниями, соответственно, предусматривают уголовную ответственность в соответствии с российским законодательством. И крайне важно не только не воспрепятствовать производству оперативно-следственных мероприятий, но и по возможности оказывать содействие правоохранительным или контролирующим органам при их обеспечении их государственных функций. В этой связи такой механизм, безусловно, также заложен в нашей системе. И плюс к этому
В рамках Лиги безопасного, безопасного интернета существует специализированный экспертный центр, где собраны судебные эксперты, которые проводят экспертизы по различным видам информационной продукции, тем самым позволяя и контролирующим органам в лице уполномоченных организаций в соответствии со 139 ФЗ принимать решения, основываясь на мнениях специалистов, и правоохранительным органам также в случае необходимости получать на безвозмездной, опять же, основе квалифицированные экспертные заключения, позволяющие им применять уже меры уголовного наказания к преступникам в случае доказывания их вины. Значит, в двух словах, опять же, чисто по статистике, вот, например, за этот год мы уже провели 14 судебных экспертиз для подразделений линии К МВД России и 22 экспертных исследования, а для контролирующих органов свыше 150 исследований по различным видам информационной продукции, в первую очередь связанные с детской порнографией. Значит, возвращаясь в двух словах, опять же, к проекту «Кибердружина», хотя я уже сильно выбиваюсь из регламента, могу только сказать, что... Что в этом проекте участвуют не только российские граждане. Он сейчас в настоящее время насчитывает свыше 20 тысяч человек из России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Украины, Грузии, Финляндии, Бельгии, Франции и Германии. Таким образом, инициативные люди есть во всех странах. И я уверен, что есть они в странах, представляющих организацию договора коллективной безопасности. Если появятся общественные организации, готовые их объединить, то мы готовы предоставить им любую организационную, методическую, в том числе программно-техническую помощь для создания аналогичных структур с возможностью их последующего объединения в единую сеть противодействия распространению негативного контента и тем самым расширить зону нашей коллективной информационной безопасности. Спасибо. Спасибо, Антон Владимирович. То есть нужно создавать Лигу безопасного интернета. Ну, заключительно, я думаю, что мы перед первым проектом заслушаем пламенную речь Владимира Константиновича Мамонта, значит, на тему интернета безопасности. Он как бы подведет некий итог. Единственное, я хотел обратить внимание, что вот, Антон Владимирович говорил о Роскомнадзоре. У нас как раз есть ключевой игрок этого ведомства, который, собственно, вот и занимается блокированием вот этого негативного потока. Я очень рад, что он здесь присутствует, ну, по ситуации в дискуссии, может, он примет участие уже после этого. Сейчас Владимир Константинович, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое за возможность выступить. Вряд ли это будет подведением итогов, потому что здесь выступали коллеги, которые в затронутой сфере, они, безусловно, гораздо более профессиональные, чем я. Мне кажется, что этим итогом, вот из того, что я успел услышать, это, безусловно, нам необходимо. Вот коллега, который только что говорил, Лига безопасного интернета, а мы все в разумном интернете с вами всегда дружим и проводим совместные совещания, заседания, размышляем, участвуем в параллельных всевозможных круглых столах и мероприятиях. Это очень важная вещь. Вот эта идея о том, что надо создавать некую вот такую лигу, не лигу, в общем, как бы это ни называлось еще, это действительно чрезвычайно верная вещь. И, наверное, здесь, в общем, немало уже по этому поводу было сказано, с разных сторон подходили к этой некой структуре, которая, вероятно, должна, в общем, дополнить наш вот этот Курултай. Я коснулся бы двух пунктов рекомендаций здесь, и они абсолютно, мне кажется, это очень важно. Дело в том, что вот Лига безопасного интернета и многие организации подобного рода, они занимаются чрезвычайно важным делом, они чему-то противоборствуют. Они занимаются тем, что уже есть какой-то грандиозный и очень часто противоправный такой-сякой и очень опасный контент. И опасные люди, организации, они уже там шурудят в этом самом интернете по полной программе, и надо с этим что-то делать. И, в общем, впечатляющие нам представленные результаты, впечатляющие модели, как этому противоборствовать, что с этим делать. Гораздо хуже обстоит дело, на мой взгляд, вот
по двум пунктам скромным, пятому и шестому. Это о том, а что мы, собственно говоря, будем там распространять? Что мы там запретим, нам приблизительно понятно. И уже есть люди, которые этим занимаются, активно занимаются. И уже есть инициативные люди и дружины специальные, которые ходят и вылавливают, значит, в этих интернет-хулиганов. Но всегда у нас еще с советского времени был вопрос. Хорошо, дружины вылавливают хулиганов. А почему хулиганы? Откуда берутся хулиганы? Чего они там появляются все? Может, молодежи заняться нечем? Может, надо во дворе качалки какие-нибудь организовать? Всегда есть. Вот перефразируя эту нехитрую историю, мы у себя, например, вот в разумном интернете он занят, правда, таким далеким вроде бы от коллективной безопасности делом. Мы продвигаем историю, тут я уже говорил об этом, доменной зоны .дети, и в дальнейшем это безопасный, если все получится у нас с помощью наших коллег, в том числе из Лиги и других, и вашей помощью, если получится, это будет как бы детский интернет. Но мы-то сталкиваемся с тем и созданы, собственно, для того, чтобы как-то помочь становлению позитивного контента, которого явно не хватает, которого просто нет подчас. Если говорить уж о детях, извините меня, что немножко опять не по теме, да? Здесь каждый немножко по своей теме чуть-чуть говорит, ничего вроде, да? У нас кроме советских мультиков-то ребенку показать-то нечего подчас. И то же самое, уверяю вас, происходит приблизительно вот по пятому и шестому пункту. Распространение в благосфере полной и точной информации о внешнеполитических инициативах и действиях, о процессах, планах внутреннего, социального, экономического развития, достижения культуры и государственной культуры. Абсолютно все правильно и наверняка в должном виде этого нет. Вот я знаю только в социальной сети, в Facebook, Игоря Николаевича Панарина и его там еще по пара, тройка, десятков. У него много френдов, ну и пара-тройка десятков людей, которые его всегда поддержат, разобьют эту идею, организуют дискуссию, и там вокруг его постов постоянно что-то формируется. Я уже эту мысль высказывал, и мне представляется, что нам надо подумать, выйти там на руководство, поговорить каким-то образом. Нам надо создавать неформальную, не сайт какой-то, на котором будет клеймо ДКБ гореть, как «Man Attackle Upparsin», да? Нет. Какую-то из такой вот историю очень неформальную внутри, которая бы занималась, в сущности, вопросами коллективной безопасности с той точки зрения, как воспитание молодого поколения в духе дружбы и сотрудничества стран, правильного понимания нравственной основы нашей многовековой общности на этой территории и так далее, и так далее. Давайте тоже этим как-то озаботимся обязательно и займемся. Потому что иначе мы всю жизнь мы превратимся в дружинников, которые всю жизнь будут вылавливать опасности, которые справа, слева, с востока, с запада. Этому мы уже научились. Вот здесь. Поэтому мне кажется, может, я так рассуждаю, потому что я просто журналист, а не, так сказать, специалист в противоборстве, не контрразведчик и не специалист вот в этом противоборстве. Я твердо знаю, что вот история, но методология... Правильно ему может быть, на мой взгляд. Вот здесь говорит, инициативные люди, которые готовы вылавливать, да? Я вам скажу, да, есть инициативные люди, которые готовы создавать этот контент, писать о нем. Вот мы были в Киргизии, нас быстро окружили тамошние политологи. Их было много. Одни из них были глубокими людьми, другие менее глубокими. Кто-то отстал, кто-то немножечко, так сказать, вырвался вперед, кто-то... Но их было много, их правильно организовать. Они хотят быть услышанными. Они чего прибежали к нам? Они прибежали к нам, потому что мы там за много времени первые люди, которые вообще сели, взяли кофе и стали их слушать. Почему это все не переместить в интернет? Почему это туда? Организовав это аккуратно, сделав это. Это есть для этого и технологии, и опыт, и так далее. Вот эти политологи, эти блогеры, вот их надо точно так же, как коллега из Лиги безопасного интернета, собрать. Точно так же мотивировать их заинтересованностью какой-то, тем, что их мнение будет важным. И вот в связи с этим, может быть, знаете, такая, за что люди зацепятся, мне кажется, и будут это обсуждать обязательно. Ну, вот существует, мы на прошлом заседании, на позапрошлом заседании обсуждали такую ничего себе проблему, как американцы выйдут из Афганистана. Вот вы знаете, если его в публичное пространство забросить, там не надо будет искать людей, они сами прибегут. Конечно, прибегут враги немедля, тут начнут, так сказать, но прибегут и друзья, их надо вылавливать, в хорошем смысле этого слова, организовывать и тоже с ними, мне кажется, обязательно работать. Надо создавать такое сообщество друзей ОДКБ, в данном случае в интернет-пространстве, но, как я уже говорил, это не надо делать впрямую, это надо делать, так сказать, достаточно изощренно.
Мне кажется, что начать эту историю можно было бы, как обычно такие истории начинаются, это взять и каталогизировать, грубо говоря, ресурсы, людей, друзей, и примерно представлять, а с кем мы будем работать, кому мы будем вбрасывать эти идеи, кто их будет обсуждать, какие у нас там политические, так сказать, аналитические иные силы там существуют. Судя по тому, как растет организация, там есть эти силы, политические, аналитические, и люди. Работают ли они современно? Работают ли они так, как нужно сейчас? Это другой вопрос. Но, может быть, и этому можно вполне как-то здесь способствовать. Развитие собственных эффективных средств информационного влияния ОДКБ на общественное мнение за рубежом, усиление позиций. Ну, что за рубежом? За рубежом чего? За рубежом ОДКБ. А я бы внутри еще ОДКБ. Я бы тут ресурсы, а грандиозные ресурсы внутри ОДКБ, мне кажется, да? Вот эта вот разработка, надо это на практические рельсы, эту историю поставить. Я не знаю, как это сделать, но может быть это сделать так. Мое конкретное предложение, я, собственно, завершаю, заключается в следующем. Вот надо выделить, ну, вот из нашего хурала 4-5 чел, да, которые бы сели и разработали предложения, абсолютно конкретные, по работе в социальных сетях, по созданию клуба виртуальных друзей ОДКБ, как хотите называйте, да, и 3-4 таких предложения мы бы сформулировали, и, мне кажется, их надо в руководство. Потому что вот эти мои нехитрые предложения, они, в общем, встречаются всегда одобрительно, но дальше нужна технология для того, чтобы их, в общем, туда внедрить. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо. Ну, видите, у нас мы обсудили дружинников, как ловить. И Владимир Константинович отправил нас на распространение позитива. Позитива. Значит, предлагается 15 минут спуститься на первый этаж, выпить чашку чая и чашку кофе. И потом вернуться. И, собственно, у нас есть уже несколько человек готовых. Будет обсудить, собственно, уже сказанное, но уже в более коротком режиме, там, ну, в 3-5 минут, чтобы нам не затягивать, уложиться и рассмотреть все свои рекомендации, тем более Владимир Константинович уже две позиции уже, в общем, рассмотрел. Мои предыдущие тоже, собственно, выступающие говорили как раз фактически по первым четырем. Итак, перерыв. Что я могу сказать? Есть технологический. Так, пойдемте на кофе, вас там. Да. Вас не продует? Нет, кстати, уже не надо. Она дует так, как надо. Ну, говорю, вы сидите рядом, чтобы... Да, вот так уже работал. Микрофон, наверное, надо ему двинуть. Там горизонт все завален? Нет, горизонт завален. Там в фильме нашли.
собственно, уложиться. Я, наверное, начну. Я просто пока информационные такие сообщения. У нас, собственно, впереди 4, напомню, июня большое мероприятие МГИМО. Это презентация доклада, который подготовил Институт международных исследований МГИМО, ну и наши частично специалисты там советовались, который касается публичного доклада, который касается вывода войск из Афганистана и последствий. На мероприятии тоже будет два модератора, один из них я, и, собственно, Институт международных исследований МГИМО, он участник аналитической ассоциации, вот они, собственно, взялись за разработку такого первого публичного, скажем так, открытого доклада. То есть в рамках организации есть некоторые там мероприятия, но они имеют, скажем так, закрытый характер по противодействию. А здесь, ну, попытка, скажем так, провести презентацию этого доклада, затем он будет публичным и представить его другим всем структурам для того, чтобы вот можно было к сентябрю, ну, сделать какой-то уже открытый доклад. Вот Сергей Михеев, у нас участник нашей ассоциации, Институт Каспийского сотрудничества тоже проводил недавно мероприятие, связанное с безопасностью в этом регионе, тоже достаточно успешно прошло. Затем у нас с 6-го инфофорум на Арбате, Новый Арбат 36, и впервые будет секция УДКБ с участием генерального секретаря, он будет выступать, и вот эта секция будет называться «Информация и терроризм», также СМИ на основе круглого стола, который здесь прошел 18 апреля, но еще будут журналисты, например, Роман Бабаян, который реально вот участвовал в освещении событий в Беслане, в других местах, и, собственно, опыт вот такой специфичной деятельности. Затем у нас мероприятие в Ереване, это там два мероприятия, 26 и 27 июня. Одно из них, о котором говорил Владимир Константинович в этом контексте, это встреча с политологами, в общем-то, и государственных структур, и, в общем-то, негосударственных структур. Вот такой откровенный разговор, какой был в Бишкеке. И второе мероприятие – это конференция, которая посвящена, собственно, военно-политической ситуации в Кавказском регионе с участием руководства ОДКБ. И они, эти два мероприятия, пройдут с участием высокого уровня лиц с российской стороны и с армянской стороны. И затем в Алма-Ате 2 июля также два там мероприятия. Первое – это встреча в КИСИ, это Казахстанский институт стратегических исследований, круглый стол при президенте Республики Казахстан, он участник ассоциации, ему как раз 20 лет, мероприятие в праздничном режиме в каком-то смысле будет проходить, и в нем также примут участие политологи, представители различных слоев, скажем так, общества Казахстана и российские политологи. Второе мероприятие — это встреча уже российских политологов и политологов ОДКБ в университете Алматы, одном из крупнейших вузов Казахстана. Ну, очень приятно, что вот инициатива по встрече в университете была с казахской стороны. Они посмотрели, как прошло успешное мероприятие в Киргизско-Российском славянском университете в Бишкеке, и вот проявили свою инициативу, и в этом смысле это радует, что, собственно, проявляются уже такие собственные подходы стран, которые предлагают. Затем в сентябре у нас в Беларуси мероприятие, оно планировалось в июне, но белорусские коллеги попросили совместить их, в общем, в контексте мероприятий, которые будут проходить на территории Беларуси, учения стран ОДКБ, это конец сентября этого года. И Таджикистан тоже вот в этом году. Но это уже такие плановые мероприятия. Но я думаю, что будут, видимо, и другие. Ну а сейчас тональность, заданная Владимиром Константиновичем, она затронула, в общем-то, всех, я думаю, и мы на кофе-брейке обсудили. И слово
представляется представителю Российского института стратегических исследований. Он, скажем так, активнейший сторонник и участник аналитической ассоциации, участники и сотрудники РИСИ фактически во всех мероприятиях. Мы вместе проводили на базе РИСИ 3 апреля большую там конференцию. Поэтому слово представляется Александру Владимировичу Бедрицкому, заместителю начальника центра РИСИ. Спасибо большое за возможность выступить, высказаться на этом собрании, которое действительно необычайно профессионально, и мне было очень интересно слушать буквально все, без исключения, сообщения, которые здесь прозвучали. В общем-то, из всего этого спектра можно выделить, наверное, две генеральные линии. Первая – это угрозы и реагирование на эти угрозы. И второе – это как, собственно, вести свою собственную позитивную информационную политику. Потому что не учитывать только угрозы и не учитывать возможности, которые предоставляют информационные технологии, интернет, было бы неправильно. В связи с этим хотелось бы сказать, что за последнее время тематика информационной безопасности, она очень сильно продвинулась, и в том числе американцы, они стали проявлять к ней больше внимания именно вот на международной арене к обсуждению этих вопросов. Буквально накануне майских праздников, 29 числа, в московском центре Карнеги выступали очень высокопоставленные лица из администрации президента Обамы, которые входили в свиту госсекретаря Керри, который приезжал в Москву для ведения переговоров. Тема тогда их выступления была как раз информационная безопасность, вернее, безопасность киберпространства. Приезжали Майкл Дэниелс, это советник президента Обамы, Пайнтер и Мишель Парсел. Очень интересные были выступления, но потом, когда в частной беседе я подошел и спросил, говорю, то, что вы знаете, ну, вообще проблематика информационной безопасности, она ведь разделяется на три составные части. Первое – это использование информационных технологий в военной сфере, хотя, казалось бы, тематика их выступления была именно межгосударственное информационное противоборство. Второе – это противоправные действия, использование информационных технологий или интернета, открытых или закрытых информационных сетей для воздействия, нанесения ущерба инфраструктурам, ну, то есть жизнеобеспечивающим системам. Ну и, наконец, третье – это распространение контента и влияние таким образом на политическую ситуацию в стране, в желаемом ключе. Интересно, что они ответили, что то, что мы тогда обсуждали, влияние на через информационные системы на базовую инфраструктуру государства, это является как раз в их понимании кибервойной. Внедрение информационных систем в военную сферу, оно как бы и вообще вне рассмотрения, потому что, ну что тут рассуждать, это обычный прогресс военных технологий. А вот что касается свободы распространения информации, то это базовая ценность, о которой они вообще говорить не будут. И очень печально, если Россия пойдет по пути Китая в данном случае, который ограничивает какое-то присутствие зарубежной или ограничивает возможность воздействовать на население в нежелательном ключе для государства. Очень интересная позиция, хотя буквально еще в январе бывший госсекретарь Хиллари Клинтон выступила с гневной речью, в которой призвала запретить вещание Russia Today на территории Соединенных Штатов. К чему я все это говорю? К тому, что Андрей Владимирович Круцких, он действительно большой профессионал и очень-очень много делает для продвижения российских интересов на международной арене, но когда он говорит об этой триаде, то, к сожалению, из нее выпадает, а это тоже сейчас требование времени,
распространение того или иного контента и влияние с помощью информации, которая распространяется через информационные сети, на состояние политической ситуации в стране. Примеров тут приводить не надо, они хорошо известны, и небезызвестная «Арабская весна», очень сильно видоизмененные оранжевые технологии, которые, тем не менее, привели к гораздо более серьезным последствиям. Что в этой ситуации нужно делать? Ну, во-первых, нужно открыто говорить о том, что распространение информации в блогах, в социальных сетях – это такой же аспект и межгосударственного противоборства, как и все остальные. Этого не нужно скрывать, не нужно этого бояться. Второе. Помимо того, что мы с кем-то боремся, нужно создавать еще какие-то позитивный образ, позитивную программу. У нас есть замечательные эксперты, у нас есть неравнодушные люди, которые зарегистрированы в тех или иных сетях социальных, и которые могут попросту спокойно, аргументированно отстаивать свою, не навязанную, подчеркиваю, а именно свою позицию на этих площадках. Тем более, что спрос на такое рода деятельность, он в мире присутствует. Буквально в воскресенье я вернулся из Парижа, где проходил круглый стол по этим же тематикам, по этой же теме в военной школе. И французы, граждане очень часто подходили и спрашивали, то, что, а где же Россия? Они говорили о том, что наблюдается не только экономический кризис, но и кризис смыслов, ценностей в самом западном обществе. Ну, в данном случае во Франции. И говорили то, что Россия сейчас воспринимается со стороны как такой вот некий большой Люксембург. Да, он воспринял европейские ценности, и интерес к России теряется. Но спрос на вот эту русскость, на то, что может дать Россия, он очень высок. И поэтому где-то существует ожидание того, что вот появятся русские, и они смогут предложить какую-то альтернативную систему ценностей. Вот как мне кажется, это окно возможностей для нас пока открыто. И здесь можно добиться очень-очень неплохих усилий. Разумеется, если это дело не формализовать, не довести его до абсурда, пропагандистского абсурда, то здесь для нас очень хорошая площадка для возможностей. Спасибо. Спасибо. Кто? Сергей Михеев. Ну, я хотел представить. Сергей у нас активный участник. Он генеральный директор Института Каспийского сотрудничества. Он активно участвует во всех мероприятиях ассоциации. Пожалуйста. У меня буквально пару слов. Вот. Тут действительно то, что я успел услышать, это более квалифицированные выступления, так сказать, специалистов. Я на более, так сказать, лирические темы, в первую очередь, так сказать, что касается имиджа интернета. Ну, я уже неоднократно об этом говорил, еще раз скажу. На мой взгляд, при всей важности интернета, и при том, что мы действительно уже никуда от него не денемся и не уйдем, тем не менее, мне кажется, что в последние годы, в том числе в России, развивается такая апологетика интернета. Да, как бы вкладывается большое количество усилий в то, чтобы максимально поднять авторитет интернета, накачать его, так сказать, мнимыми смыслами. И в том числе это, к сожалению, делается с помощью государственных средств массовой информации. Посмотрите, за последние, скажем, 4, так сказать, года, 4-5 лет, сколько было, так сказать, усилий сделано для того, чтобы переместить центр информационного поля с традиционных СМИ в сферу интернета. Интернету создали имидж единственного источника правды, интернету создали имидж единственного источника полноценной информации, интернету создали имидж территории, так сказать, абсолютной свободы, гармоничного развития и так далее, и так далее. В том числе, уж не знаю, там, умышленно или неумышленно, это поддерживали государственные СМИ, по крайней мере, в Российской Федерации. Это происходило совершенно точно. На мой взгляд, что частично это делалось умышленно, в целях понятной, так сказать, политической, внутриполитической борьбы, а очень часто это делается просто, вот по старой пословице, застав дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. На мой взгляд, об интернете надо говорить больше, в том числе с точки зрения раскрытия реальных механизмов формирования общественного мнения, которые там существуют. Не надо из него делать икону. Очень часто, скажем, мы сталкиваемся именно с таким восприятием, что, так сказать, это почти священное пространство, которое, во-первых, нельзя трогать, которое, во-вторых, несомненно является, так сказать, вот, пространством правды.
А это не так. Интернет, на самом деле, мне кажется, пространство, где схемы манипуляции общественным сознанием еще более жестокие, иногда более авторитарные, чем, скажем, в традиционных СМИ. Просто они по-другому заточены, вот и все. А на самом деле, так сказать, идет совершенно беспощадная манипуляция сознанием, причем никаких рамок, там, форматов, ограничений вообще не существует. Да? И вроде бы как это то место, где можно вообще любую гадость, любой цинизм возводить в ранг, так сказать, вот такого бриллианта правды. На мой взгляд, об интернете надо говорить более жестко, более цинично и более, так сказать, откровенно, при всем при том, что, конечно, уйти от него никуда, так сказать, невозможно. Второе, то, что говорили о позитивном содержимом. Несомненно, это одна из главных проблем. Позитивного содержимого в интернете просто катастрофически не хватает. И еще более не хватает раскрутки этого содержимого. Есть масса, так сказать, неплохих сайтов, которых просто никто не знает. Они находятся где-то на обочине, так сказать, да, вот в самых-самых, так сказать, дальних уголках интернета. Они даже не могут грамотно проиндексироваться в поисковиках. Я уж не говорю там о рекламе или там и прочем-прочем, да. Как известно, зло всегда более привлекательно, оно себя пиарит, оно, так сказать, в это вкладываются серьезные деньги. И там же идет, так сказать, борьба источников информации, конкуренция. Вопрос не только в создании привлекательного контента, но и в его раскрутке. Практически в большинстве случаев вот так называемый позитивный контент находится на периферии внимания. Вложить в это дело средства, раскрутить, уж я не знаю, кто должен вкладывать, там, государство ли, может быть, и государство, почему нет, потому что это вопрос национальной безопасности. Хотя, конечно, там начнутся те же темы, так сказать, это дорого стоит, эти деньги своруют и так далее. Ну, что-то своруют, но что-то ведь останется, так сказать, да, вот, в конце концов. Не без того, да, а может быть, результат в итоге, он того стоит, потому что интернет настолько радикально меняет общественное сознание, что последствия этого, мне кажется, мы пока даже не осознаем. Даже не снова. Особенно это касается вот новых подрастающих поколений, когда практически в каждую квартиру входит поток такой мутной гадости, который вот прецедентов этому никогда ранее в истории человечества не было вообще. Мы сталкиваемся с беспрецедентной ситуацией. Поэтому последствия будут очень серьезные. Я думаю, что государство должно, так сказать, этим заниматься и должно вкладывать в это деньги. Создавайте сайты, наполненные таким позитивным контентом и полностью отрезанные от ссылок и линков, так сказать, на негативную информацию. Индексируйте их грамотно в интернете, так, чтобы они везде вылезали первыми. В конце концов, заставьте компании-провайдеры это делать, да? Почему нет? Я не вижу в этом ничего криминального. Вот, так сказать, один из примеров того, как все эти вещи проползают, да, вот буквально, у меня там дети. Надо найти какое-то стихотворение или, грубо говоря, какой-то, так сказать, текст из классической литературы. Прежде чем я его найду, вот практически все сайты, где они выкладываются, переполнены, так сказать, огромным количеством совершенно агрессивных ссылок. Это или откровенная порнография, или это очень агрессивная реклама, или это реклама каких-то агрессивных игр, где там плещется кровь, там мозги разбрызгиваются, или это линки даже, так сказать, сайтов экстремистской направленности. Почему это делается? Обычная вещь, так сказать, привлекают как бы позитивным контентом, одновременно дают там 50 ссылок на всякую гадость. То есть это как, знаете, как мина-игрушки. Подбросили, вроде как игрушка с виду, а на самом деле мина. И вот эта индустрия в интернете развита очень серьезно. Создайте сайты, полностью отрезанных от этих вещей, раскрутите их и сделайте их максимально доступными. Сделайте так, чтобы, грубо говоря, вот в интернете ведь можно выделить несколько всем достаточно понятных сфер массового интереса. Любое маркетинговое исследование может их выявить запросто. Выявите эти сферы, создайте в каждой из них, скажем там, с десяток, там, 15-20, так сказать, сайтов, наполненных наиболее востребованным контентом, но при этом полностью отрезанным, так сказать, от опасных линков, раскрутите и сделайте их лидерами, так сказать, посещаемости. Эта проблема не решит, но какую-то часть людей вы просто-напросто отсечете. Но если развивать эту идею дальше, вообще идеальным вариантом было бы создание параллельного бесплатного интернета. Ведь деньги – это тоже очень серьезный мотивирующий фактор. Сделайте бесплатное подключение к интернету, массовое, так сказать, да, с обязательным условием выхода только через ваши серверы. Вот и все. На которых будет расположено, так сказать, большое количество, большой объем наиболее востребованной информации. Я вас уверяю, что огромное количество людей удавится за 3 копейки. То есть просто из-за того, что за ваш, так сказать, за вашу связь не надо платить, они будут ходить только на ваши сайты, потому что за другое надо будет платить. А опять же, проблемы это не решает. Ну, так сказать, еще пару миллионов человек вы из этой сети, так сказать, вытяните. Вот и все, так сказать, да. Ну, по крайней мере, я понимаю, что звучит это фантастически, но я считаю, что рано или поздно нас заставят к этому прийти, потому что развитие интернета, оно идет абсолютно бесконтрольно. Еще раз говорю, мне кажется, вот это вот уродование мозгов может оказаться настолько тяжелым, что мы даже не успеем понять, когда произойдет, мы пройдем вот эту точку бифуркации, так сказать, точку невозврата. Когда вы уже абсолютно не будете понимать, что вокруг происходит и как это дело все традиционными методами обратно устаканить. Поэтому лучше вложиться сейчас,
может быть, не очень большими деньгами, да? Чем потом, так сказать, на самом деле вырубать электричество, да? Так сказать, строить генеральный рубильник, который как бы где-то в какой-то, так сказать, прекрасный день надо будет опустить, чтобы просто не стало электричества. Вот, поэтому и положительный контент, я считаю, что это одна из самых актуальных задач, и главное его продвижение и раскрутка. Спасибо. Спасибо за эмоциональное, но, мне кажется, позитивное выступление, которое развивает вот абсолютно идеи Владимира Константиновича. Да, конечно, да. Меня тут помянули, по-моему... Незаслуженно совершенно помянули тут, но тем не менее. Вот мне показалось, что вот у нас с вами сейчас формулируется такая интересная история. Технология запрета мы освоили, нам надо технологию свободы осваивать, очень важно. А гораздо более изощренная и интересная, на самом деле. Там здорово, там вообще интересно очень. Спасибо. Вы знаете, 28 мая мы все с удовольствием отметили один из замечательных праздников, День пограничника, поэтому с удовольствием предоставляю слово генералу Савенко Владимиру Николаевичу, заместителю председателя Координационной службы Совета командующих пограничными войсками СНГ. Пожалуйста. Дорогие товарищи, и прежде всего, Игорь Николаевич, спасибо за возможность поучаствовать в таком солидном обществе, такой ассоциации. Но у нас это вызывает абсолютное профессиональный интерес, прежде всего. Почему? Потому что Совет командующих пограничными войсками, как уставной орган СНГ, занимается координацией деятельности охраны внешней границы Содружества в рамках бывшего Союза, исключением Прибалтики. И, естественно, нас последние, вот, в крайнем случае, 6-7 лет, мы активно очень интересуемся проблемой информационных технологий. Вот. К сожалению, у нас мы не такие многочисленные по своему составу. Вот. Касаясь сайтов, мы, например, лет 6 тому назад запустили свой сайт, сайт командующий пограничными войсками, называется skpv.ru. Да. И что в этом плане интересно? У нас где-то 50-60 государств международных нас посещает, но абсолютно согласен, здесь уже говорили. Первое время, первый год у нас на запрос СКПВ мы получали информацию вида ткани. Кстати, брезента какого-то там. Но сейчас проблем этих нет. Набираешь, видишь, слышишь, все остальное 5-10. Мы занимаемся и своими информационными порталами, закрытыми, безусловно, с учетом специфики деятельности. Мы разработали, существуют у нас автоматизированные системы оперативно-обменной информации. Опять же, закрытые, используя информационные технологии, интернет, прежде всего, взаимодействие с пограничными ведомствами. Но что меня больше всего сейчас беспокоит, вот, проблема заключается в том, что информационное пространство не имеет границ. А мы тут все защищаем, защищаем кого-то, где-то, как-то. Понимаете? И вот нас сейчас в настоящее время беспокоит проблема, как сформулировать и создать информационное пространство пограничных ведомств СНГ. Один интернет, он проблему не решит. Почему? Потому что, ну, он в большей степени, наверное, ориентирован на молодежь современную, в большей степени, в настоящее время. Тем более, что ездишь по пограничным... приграничным регионам, там до интернета очень далеко. Поедете там в горный Бадахшан, Таджикистан или еще какие-то регионы. Мы используем кое-какие вещи, но с точки зрения формирования общественного мнения о деятельности пограничников, местного населения, в интересы этого дела. Но мы думаем о формировании пространства. Вот в этом плане, я считаю, одна из главных проблем информационного пространства. Как использовать, например, печатные средства массовой информации. Не будем использовать, например, печатные средства массовой информации у наших коллег пограничных ведомств СНГ, в том же Таджикистане, еще где-то. Мы окончательно потеряем русский язык в этих регионах, понимаете? Потеряв русский язык в этих регионах, мы потеряем возможность влиять на тех людей. Вот я хотел бы вот на эти вопросы обратить внимание. И в этом плане, может быть, когда-нибудь обсудить эту проблему, вопросы формирования и создания информационного пространства. Что, как, почему-то. Здесь уже говорили о наполнении, о создании там формы, все остальное, 50. Но это, мне кажется, узконаправленно и не охватывает те пространства, которые нас должны, прежде всего, интересовать в данном контексте проблем безопасности, которые мы сегодня рассматриваем. Проблемы формирования информационного пространства. Для меня, например, не все ясно. Благодарю за внимание. Владимир Николаевич, спасибо. Но у нас еще есть в наших рядах реальный блогер. Хоть он и занимает должность государственного служащего, но он совмещает. Я хотел предложить
этому блогеру выступить. Как вы, Эрбек? Значит, ну я тогда представлю, это Эрбек Владимирович Дуев, он заместитель полномочного представителя Республики Северная Осетия Алания при президенте России, но он одновременно вот один из немногих госслужащих, которые не только нажимают клавиши интернета, но еще и там, собственно, создана такая группа блогеров 15 регион, где он один из немногих госслужащих. Это, к сожалению, здесь уже отмечали Владимир Константинович и другие, это исключение, чем правило, вот в системе органов госвласти Российской Федерации. Ну, поэтому, Олег Владимирович, расскажите, как вам это удается? Спасибо, Игорь Николаевич. Рад приветствовать всех и спасибо за приглашение. Ну, во-первых, мне бы хотелось сначала отметить, что я согласен с прозвучавшими выступления господина Мамонтова и господина Михеева тезисами о необходимости продвижения позитивной информации в интернете. И считаю, что именно госслужащие обладают неиспользуемым ресурсом в продвижении этой самой позитивной информации в сети интернет, в социальных сетях, может быть, в блогах. Это уже по желанию. Мне сложнее, потому что я не только государственный служащий, я еще, как вы сказали, блогер, я еще и журналист. И совмещать эти три ипостаси в одном, это достаточно сложно. И приходится ежедневно, ведя блог, сталкиваться с колоссальным потоком негатива в комментариях или в каких-то ответах респондентов, комментирующих блог. Тем более это ярко и выпукло проявляется в Осетии. Мне просто проще говорить об Осетии, не в масштабах, извините, ОДКБ, а в масштабах своей собственной республики. Потому что в Осетии как бы стратегия поведения осетинской аудитории интернета основана на максимальном и, можно сказать, бесконечном тиражировании негативной информации, особенно информации о превращении позитива в негативную информацию, позитива, исходящего от чиновников в том числе. И в этом, кстати, очень большая проблема самих чиновников, самих государственных служащих, потому что у нас нет высокого уровня культуры ведения социальных сетей, социальных ресурсов самими чиновниками. То есть они, к сожалению, не обладают технологиями продвижения какой бы то ни было информации, я уже не говорил о позитивной информации, в интернете и социальных сетях. В принципе, основа взаимодействия чиновничества, госаппарата и общества основана на тотальном недоверии и тотальной ненависти, можно сказать, даже друг к другу, по большому счету. К сожалению, но это так. И уровень внутренней агрессии в обществе, во всяком случае в Осетии, он неизменно растет. Внутренней агрессии самого общества и внутренней агрессии гражданского общества по отношению к чиновникам. Но надо не забывать, что существует небольшой такой сегмент сети, для которого твои слова, слова чиновников, пусть даже облеченные в блоговый формат, они воспринимаются как слова человека в последней инстанции. Вот тут такая получается дилемма, или я назвал ее для себя Сцилла и Харибда, такая вот чиновничество. Как пройти между необходимостью донести информацию и не скатиться в негатив. На мой взгляд, нужно работать самим чиновникам над собой, над своими социальными ресурсами, над умением их вести. Социальные сети чиновников слишком официальные. Они слишком пусты, они слишком шаблонны, они слишком стандартны. И здесь необходимо расширять инструментарий воздействия на общество, продвигая не только информацию, подаваемую сухим официальным языком, но и высказывая свое личное мнение, свои личные ощущения, чувства и переживания. Только демонстрируя вот такой подход, можно, мне кажется, пробиться душам, умам и сердцам того общества, для которого работает чиновник. И в заключение хочу сказать, что вот в списке рекомендаций мне больше всего импонирует пятый пункт распространении позитивной информации в благосфере, о действиях, процессах и планах. Мне кажется, это очень важно. И
как я уже сказал, начинать нужно с ньюсмейкеров, с тех, кто определяет эту повестку дня в обществе. Их надо учить продвигать позитивную информацию в максимально возможном количестве ресурсов. Спасибо. Спасибо. Ну вот видите, у нас тут прозвучали такие слова, как от блогера и одновременно управленца, души, сердца, которым мы должны доводить эту информацию. И пятый пункт, наверное, да, действительно, Владимир Константинович, вы задали тон, внимание к этому пункту, он, может быть, его и на первое место поставить, но, видимо, все-таки поток фильтрации, поток кибердружин пока, видимо, все-таки берет вверх. И вот обратите внимание, вот Ирбек Владимирович, он же обратил внимание, вот я процитирую, что я думаю, что это не для сети только характерно, к сожалению, для всей России, что идет бесконечное тиражирование негативной информации. То есть это вот это как раз не специфика осетинской. Практически, если посмотреть вот эту блогосферу, я начал вот неактивно там последние два года, но позитива почти нет вообще никакого, так сказать, любая, зато негативная информация, она, значит, мгновенно тиражируется. Но у нас уже выступили, многие эксперты, участники, хотел спросить, те, кто не выступал, есть желание выступить? Вот у нас есть еще представители тех, кто фильтрует, но если есть возможность, выступить или нет. Значит, я тогда, прежде чем предоставить слово, напомню, что я очень рад, что согласился прийти на наше мероприятие. Субботин Вадим Алексеевич, он начальник управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационной технологии, массовых коммуникаций. Собственно, как раз у нас один из докладчиков говорил о том, что... Помните, привел цифру там несколько десятков тысяч, а 257, ну, в общем, удалось заблокировать. Ну, если можно, Вадим Алексеевич, поделиться кратко. Спасибо, Игорь Николаевич. Ну, достаточно объемный был доклад представителя Лиги безопасного интернета, с которым мы работаем, в свою очередь. Я начну с того, наверное, что всем уже сейчас очевидно, это то, что когда-то возникнув в 80-х годах 20 века в Соединенных Штатах Америки интернет как продукт двойного назначения со временем, и мы сейчас это все видим, повлиял на все стороны жизнедеятельности нашей и явился таким действующим фактором, влияющим на экономику, политику, социальную сферу, культуру. Он на самом деле явился, наверное, таким одним из ключевых элементов, который влияет на рост ВВП любой страны, на рост деловой активности, к сожалению, за исключением роста духовного зачастую. Это факт. Я недавно тут где-то прочитал, что в 2011 году ООН своим решением включила право на свободу пользование интернетом в базовый блок прав человека, что на самом деле, ну, очевидно, для мирового сообщества со стороны ООН крайне важный шаг. С одной стороны, и многие об этом говорят, интернет предоставляет человеку безграничные достаточно возможности по его обучению, это действительно факт, но с другой стороны, все мы понимаем, что он таит в себе определенную опасность и предоставляет, ну, практически безграничные возможности для преступной деятельности. Что сейчас в законодательстве российском, какие новшества были и чем служба сейчас занимается? Российский законодатель очевидно определил три стороны зла в российском информационном пространстве, ну, в интернете вообще, первоочередные, которые, как вот мой коллега отметил, решение по которым принимается в несудебном порядке, это детская порнография, суицид и наркотики. Это, конечно же, не все. Если представить сеть интернет, то
Очевидно, там есть огромный просто блок вопросов, которые ведут наши правоохранительные органы. Очевидно, что то зло, которое в интернете есть, это не только эти три стороны, это еще порнография обычная, которую действительно так и хочется заблокировать. Это распространение роликов, которые пропагандируют культ насилия, жестокости, особенно те, которые обращают на себя внимание, те, которые связаны с жестокостью детей по отношению к детям. Вот это то, что первым бросается в глаза, то, о чем говорят все средства массовой информации. И здесь надо отметить, что на самом деле психология развития ребенка такова, что если жестокость, увиденная когда-то им где-то в средствах массовой информации, в интернете, она потом порождает жестокость в его действиях, когда он взрослеет. Это надо, очевидно, понимать. Говоря о том, что мы определили три, законодатель наш определил три стороны зла, надо отметить, что и в мировой практике, во всем мире, законодатели стран от Европейского Союза, заканчивая там Китаем, обращают на это внимание. В Китае, насколько я знаю, примерно там, более 10 таких сторон зла, в кавычках, которые государство пытается держать под контролем. Там вообще, о Китае мы вообще не говорим, это я сейчас в качестве справки такой. Что мы делаем еще? Мы на самом деле темой запрещенных сайтов занимаемся не так давно, там полгода примерно, чуть более. Наши полномочия – это средства массовой информации, телевизионное вещание, радиовещание. В интернете, что касается СМИ, естественно, есть зарегистрированные средства массовой информации, онлайн-издания, сетевые издания, которые мы также мониторим, их достаточно много. Они имеют свои редакции, они имеют, соответственно, после регистрации свои права, свои обязанности, и за нарушение закона, с которых мы спрашиваем. Очевидно, мы работаем и с блогами в данных сетевых изданиях в интернете. Есть определенные процедуры по удалению противоправной информации, подпадающей под нашу статью 4 закона о СМИ. Это экстремизм, проявление, включающее в себя проявление террористических вещей. Это и порнография. Это последнее, с 20 апреля, это нецензурная брань тоже. Здесь есть, свои механизмы, действительно, мы по ним работаем. Но очевидно, что всем понятно, что в последнее время действительно внимание мировой общественности переходит в интернет с традиционных СМИ. И многие традиционные СМИ выходят сами в интернет, происходит конвергенция средств массовой информации. Здесь это всем очевидно и всем понятно. В рамках ОДКБ, я думаю, что здесь, наверное, стоит членам ОДКБ присмотреться, наверное, к опыту Российской Федерации и по законодательству в сфере средств массовой информации, и в том числе по блокировке запрещенных сайтов, запрещенных ресурсов. Тема серьезная, действительно достаточно сложная. Мы готовы делиться своим опытом, поэтому всегда открыты для общения. Спасибо. Вадим Алексеевич, спасибо особенно за концовку, в том плане, что мы вас будем привлекать и в Минск, и в Ереван, в наше, если нет возражений, по согласованию. Спасибо, Игорь Ильич, конечно, с удовольствием. У нас рядом как раз коллега из Беларуси. Если есть все-таки мнение от белорусской стороны, кратко. Уже это у нас советник нашего посольства, который находится рядом. Владимир Олегович Беспалый, пожалуйста. Спасибо большое. Коллеги, приятно присутствовать здесь на заседании и слышать много важных и нужных оценок, которые звучат.
наверное, к сожалению, не являюсь таким специалистом в этой сфере, поэтому что-то добавить или как-то прокомментировать выступление достаточно сложно. Единственное, хочу сказать, действительно, тема поднята вот ассоциацией Игорем Николаевичем, представляется важной, и события, которые происходят на международной арене, которые здесь затрагивались выступающим, они действительно подчеркивают как бы актуальность вот этих проблем, которые сегодня обсуждаются, и актуальность необходимости выработки каких-то актуальных действенных механизмов, которые бы позволили как нашим государствам в отдельности, так и в целом организации договора коллективной безопасности, в общем-то, противодействовать этим новым вызовам, рискам, которые несет время. Приятно отметить, что существует понимание того, что как бы здесь одними запретительными методами проблему не решишь, и как бы, как говорит Сергей Александрович Михеев, наверное, вот эта проблема рубильника на низ, она, ну, действительно, если только очень-очень отдаленная перспектива. А на самом деле надо работать над выработкой таких же современных адекватных механизмов, и в том числе, в общем-то, вот эта проблема создания так называемого положительного контента или объективного и максимально полное информирование о процессах, которые происходят в государствах, членах УДКБ, о тех намерениях, политике стран, это представляется очень важным. Поэтому единственное, еще раз хочу подчеркнуть важность мероприятия, ну и пожелать, конечно, экспертам, которые здесь присутствуют, действительно успехов, чтобы государство, правительство стран УДКБ получили вот эти какие-то рекомендации, которые в дальнейшем будут рассмотрены. Спасибо. Владимир Ильич, спасибо. Ну, мне кажется, мы обсудили весь круг вопросов. Если нет возражений, у нас время завершается. Собственно, я хотел уже, значит, для того, чтобы завершить, ну, перед вами, собственно, проект рекомендации. Я понял, что 5-6 пункты поддерживаются. Хотел уточнить, если, собственно, вот по 1, 2, 3, 4, 7, ну, может быть, редакционные. То есть задача такая. У нас есть прямая трансляция. Она, кстати, смотрит не только в ОДКБ и в других странах. И, в общем-то, мы сразу же после завершения в случае коррекции, значит, эти рекомендации смогут наши люди во всех странах ОДКБ, а затем они будут представлены и соответствующим полномочным представителям для того, чтобы довести уже по официальным каналам. Поэтому первый пункт. Есть какие-то принципиальные возражения или дополнения? Да. Игорь Николаевич, да, позвольте. Вот несколько настораживает везде упоминание безопасности, благосфера и так далее. Угу. В общем-то, речь идет вообще об информации в открытых сетях, не только в блогах. Поэтому, может быть, этот момент как-то расширить и уйти от благосферы. Ну, это тогда будет касаться всего документа. Я бы все-таки предложил оставить уже этот текст. А вот предложение, которое прозвучало, собственно, от пограничников и так далее, ну, вынести уже в более широком контексте, собственно, как термин информационное пространство, его формирование. Ну, может быть, на осень мы все-таки подготовим такое более масштабное мероприятие. С учетом у нас впереди вот 6-го инфофорум, там тоже будут определенные, видимо, наработки, чтобы уже все-таки осенью, ну, выйти. Потому что я предлагаю все-таки, ну, как бы вот в рамках уже круглого стола, а осенью, я думаю, мы сможем, ну, уже, так сказать, вот более комплексно подойти. Я согласен, что тут как бы есть, с одной стороны, зауживание, но, так сказать, с другой стороны, сегодня, думаю, размахиваться, ну, еще рано, но вот, допустим, в сентябре-октябре, я думаю, мы сможем провести вот такое более масштабное мероприятие, и там уже выйти, ну, скажем, на более широкий спектр вот проблем. У меня предложение такое просто. Ну, дело в том, что здесь идет речь о таких масштабных проектах, например, принятие Международной конвенции по безопасности благосферы. Да. Да. Получается, что, ну, вы, предложение как? Сам документ, ну, масштабный, а сфера его... Так, хорошо, редакционное, какое предложение, чтобы нам выйти уже на предметные? Вот у меня редакционное... Давайте, Владимир. Очень не... По первому пункту. Так, первый. У меня редакционное, но не, так сказать, может быть, мы его сейчас быстро скорректируем. Дело в том, что действительно бросается в глаза, благосфера как узкий такой... Хорошо, предложение конкретно. Допустим, благосферы социальных сетей.
Давайте добавляем слово. Смотрите, я зачитываю. Формирование основ межгосударственной системы противодействия акциям информационно-психологического времени в благосфере и социальных сетях. Нормально? Все. Хорошо. Я не возражаю. Это просто социальных сетях. Как бы на них уже влияет дело темное, можно да. говоря, но хотя бы психологически... Тогда давайте уже и добавим конвенции по безопасности благосферы и социальных сетей, чтобы уже была, так сказать, концовка, чтобы уже была этого же пункта первого. Ну, чтобы уже был единый контекст первого пункта. Согласны? Да, чтобы соответствовало. Так, есть второй пункт. Посмотрите внимательно. Есть, Антон, пожалуйста. Разрешите, если можно... выработка международно-правовых механизмов путем формирования комплекса правовых и этических норм безопасного использования сетевых информационных технологий. Если можно, заменить вот это формирование комплекса правовых и этических норм, поскольку они как бы формируются уже у нас очень давно, наверное, уже давно сформировались и перезрели, заменить все-таки более конкретно формирование межгосударственного объединения общественных организаций стран-членов ОДКБ в рамках общественно-государственного партнерства. Значит, я потише, так сказать. Значит, и так путем не формирования, вы в черке, значит, диктуйте, чтобы сразу, путем... Формирование межгосударственного объединения... Стоп, межгосударственного объединения... Общественных организаций. Стран-членов ОДКБ. Ну, это естественно. Да, стран-членов ОДКБ. В рамках общественно-государственного партнерства. Сетевых убираем, да? До целесообразно. А целесообразно, кстати, остается. Оно остается целесообразно, безусловно. В рамках частно-государственного... Общественно-государственного партнерства. Нет возражений, мне кажется, в общем, по смыслу, я думаю, правильно. Нет возражений? Так, хорошо, третий пункт, нет возражений. Четвертый пункт. Одну секунду. Да, пожалуйста. Вот негативное информационно-психологическое воздействие, осуществляемое с территории государств, не входящих в ОДКБ. Да. А если это воздействие с территории стран, входящих в ОДКБ, тогда как? Вопрос о территориальности очень сложный. Так, давайте после запятой точку поставить. Да, хорошо. Согласен, здесь, в общем, есть нюансы, потому что мы сегодня обсуждали, что, в общем, границ практически... Можно как-то сформулировать. Какого-то негативного информационно-психологического воздействия, точка может быть, да? Точка, да. Или там сказать, каким-то образом это дело выразить, то, что явно противоречит целям и задачам ОДКБ. Но это и так будет и по защите ОДКБ. Я думаю, точка, оно будет более четко. Согласен, да. Так, четвертый пункт. Нет, как бы поддерживается. Пятый вроде уже поддержали, шестой тоже, седьмой против международного сотрудничества вряд ли кто-то. Здесь тоже благосфера. Это в седьмом или в шестом? В четвертом. В четвертом? Проведение постоянного мониторинга, не только благосферы. Тогда благосферы и социальных сетей. Допустим, да. Чтобы уже у нас был общий социальных сетей. Или в конце концов или просто махнуть там. Нет, а просто нельзя, потому что заявлена тема. Да, у нас мы тоже не можем все-таки, чтобы у нас была какая-то логика. Согласен. Да, и у нас проведение постоянного мониторинга благосферы и социальных сетей, и далее в целях. Так, седьмой пункт, я думаю, активное участие в сотрудничестве, я думаю, что нет. Так, значит, да. Мне кажется, пункт седьмой сформулирован несколько пассивно. То есть участие в международном сотрудничестве, это получается, мы реагируем на некие сигналы. Какое предложение? Нет. Инициировать. Международное сотрудничество или там... Или активизация информационного обмена. Давайте, как у вас было, помните, давайте продиктуйте. Активизация... Активизация информационного обмена. Давайте прям дословно. Активизация... Информационного обмена и международного сотрудничества. И международного сотрудничества в иных формах, может быть. И международного сотрудничества в информационной сфере. В иных формах международного сотрудничества. Давайте я зачитаю. Активизация информационного обмена и международного сотрудничества в информационной сфере для принятия необходимых мер по отражению угроз и так далее. Нормально? Так, вроде бы комплексно мы подошли. Итак, в общем-то,
по выявлению отражений, может быть, потому что здесь главное, это как раз обычная информация. Да, согласен, по выявлению и отражению. По выявлению и отражению, согласен. Нет больше, так сказать, возражений. Тогда, ну, вы знаете, я могу сказать, что ну, мы на 3 минутки задержались, но зато вот на прошлом было меньше, кстати, правок. У нас был тоже обмен, но, как говорится, меньше было вот такого дискуссионного диалога. Но я думаю, что документ он только выиграл с точки зрения вот этой совместной шлифовки. Значит, я хотел поблагодарить всех участников, потому что у нас, и по моему личному мнению, состоялся такой очень профессиональный, компетентный разговор. И главное, что не вот нас Владимир Константинович направил там в 5-й пункт. Нет, но я имею в виду, что у нас то был до этого. Как ты подумаешь, если бы я опоздал? Вы хорошо опоздали. Охранительные, только вот выявление, кибердружинники и так далее, поимка хулиганов. А дальше мы одновременно вот с помощью НАКа тоже на активизацию собственно и собственной информационной политики. И я надеюсь, что могу сказать, что в ассоциацию помимо Интегрума ну, планируют вступить или, по крайней мере, готовы активно взаимодействовать. У нас, кстати, сегодня присутствует начальник, руководитель военного отдела ИТАРТАС, агентство и РИА Новости. Вот два этих агентства, они будут плотно с нами взаимодействовать на уровне вот, руководства. Это решение принято, может быть, даже и вступят, но как пойдет. Но в целом мы получим, собственно, подпитку, и если планируется вступление, собственно, центров анализа военного, прежде всего, от Министерства обороны Армении, Министерства обороны Казахстана. Их заявки уже есть, и, в общем, только мы вот во время мероприятия уже подпишем, и даже российский центр военно-стратегических исследований Генштаба, они, к сожалению, у них совещание, должен был быть начальник выступать, но они тоже, ну и еще ряд структур вот, силовых также активно стремятся взаимодействовать. Институт государства и права обратился тоже с предложением войти. Вот я еще почему. Институт информатики Российской академии наук. То есть у нас уже формируется такой достаточно мощный пул. И задача, собственно, к сентябрю создать ну, более-менее систему работающей диагностики и, главное, рекомендации по реагированию на различные виды угроз. Эта задача ну, поставлена, я надеюсь, постараемся ее совместными усилиями решить. Я вот благодарю за термин одного из докладчиков, Бычкова, что ассоциация стала площадкой. Мы эту площадку вот вместе создаем, укрепляем, будем надеяться, что эта площадка будет такой позитивной, конструктивной, на благо безопасности всех государств ОДКБ. Спасибо и до свидания, уважаемые участники сети интернет, которые нас смотрели. Спасибо за внимание, которое вы уделили нашему круглому столу. Спасибо, до свидания. Я хотел бы сказать, что поскольку...